Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 9 на странице 54 рабочей тетради по математике для 4 класса автора Маро. Найди периметр прямоугольника, если его площадь 18 сантиметров квадратных, а длина одной стороны 3 сантиметра квадратных. Узнаем сначала длину второй стороны. Для этого 18 разделим на 3. Получится 6 сантиметров длина другой стороны. Теперь мы узнаем площадь. Периметр этого прямоугольника к длине 6. Прибавим ширину 3. Это получится 9. И полученный результат умножим на 2. Получается 18 сантиметров периметр прямоугольника. Пишем ответ. Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.